мастер оружия Вальхаллы. Отвечает за вооружение и тренировку инхериев Одина. Его армии на случай Рагнарёка, ведь затем Вальхалла и нужна. Инхерии ждут его в чертоге, бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь Богу. Когда настанет Рагнарёк, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейрдрифу хлопот полон рот с такими-то вояками. Это, друзья мои, Кара. Конечно, все валькирии по натуре вспыльчивы, но Кара — это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно, а потом воздух дрожит, и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из укрытия. А еще ее слезы омывают залитые кровью поля сражений. Избирающие убитых. Выбирают не все валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, гун, скульт занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен душами, которым место в Вальхалле. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. У нас Гейр, целительница. Валькирия целительница? Странно. Да, Гейр была странной. Очень тихой, спокойной. Ее сестры как шумные горные реки, а Гейр как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов, и даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ой, до сих пор стыдно. Так-так, Хильдр, хозяйка битвы. Они с Одином на удивление хорошо ладили, а вот с прочими валькириями не особо. Ее чаще всего можно было найти здесь, в Мидгарде. Она наблюдала за распрями смертных, а то и сама их разжигала. Кое-кто считает, что она сама воплощение вражды. И что станет с ней теперь, когда она свободна? Ольрун. Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхаллу. Но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями. Весьма необычный выбор, особенно на фоне беспробудно пьющих обитателей Вальхаллы. Как она стала валькирией? Один увидел в ней родственную душу. Он-то мог понять ее упорную тягу к знаниям. Он назначил Ольрун летописцем при валькириях.